Доброго дня! Я рада вас вітати на черговому засіданні нашого вільного університету. І сьогодні в нас буде лекція з біології. Ну, шкода, що стався форс-мажор, і лектор, якого ми запрошували до минулого стресу, не може сьогодні читати, це з'ясувалося накануні. Але пані Наталя Овчаренко, співробітник Харківського зоопарку, люб'язно погодилася його замінити, і тому сьогодні в нас замість морських ссавців будуть птахоядні павуки. І ми думаємо, що це не менш цікаво, тобто ми тему не змінили, будемо говорити сьогодні про біологію і про те, що відбувається за лаштунками нашого зоопарку. Ми вважаємо, що це теж буде цікаво і теж буде корисно і в руслі того, чим ми займаємось. Власне, а наступна остання лекція в лютому буде присвячена математиці, тому як математика формує критичне мислення, навіщо вчити математику. І про це ми поговоримо з пані Іриною Єгорченко, співробітником Інституту математики Академії наук України, кандидатом фізико-математичних наук. Вона приїде до нас з Києва, буде безпосередньо тут. І тому я вас всіх запрошую не пропустити цю зустріч, і, тому що пані Ірина реально тут дуже цікавилася. А сьогодні у нас в гостях пані Наталя Овчаренко, не менш цікавий лектор, з не менш цікавою темою. І, власне, я вас запрошую до лекції, передаю слово пані Наталі. Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Моя лекция о парке цвета. Каждый в своей жизни сталкивался с пауками. Дома, при городе, на природе. Кто-то считает этих животных непонятными, кто-то их боится. Не зря существует даже такая специальная фобия, арахнофобия. Причем арахнофобы бывают узкоспециализированные. Одни боятся больших и мохнатых, другие очень маленьких и таких лысеньких. Вот. Тем не менее, как бы пауки очень интересные животные, они занимают экологическую нишу в природе, естественно, они очень полезны. Вот и мой рассказ будет о гигантах паучьего мира, пауках и цветах. Вот. На самом деле, вначале хочу сказать, что не надо путать их с тарантулами. Вот тарантулы живут у нас в Харьковской области. Вот. Часто можно слышать, я копал картошку, выкопал на огороде вот такого паука, он еще бросался и вообще был большой и страшный. Нет, на самом деле у нас есть, у нас обитает южнорусский тарантул, довольно-таки небольшой одноморфный паук, вот, он и навредить не может, ну и у страха глаза велики, и животные в принципе для большинства людей достаточно такие непонятные. Вот. Само название Тарантул происходит из итальянского города Таранто в 15 веке. Считалось, если тебя укусил паук, вот, начиная с 15 века, ты обязательно заболеешь тарантизмом, чтобы вылечиться, надо сделать что? Правильно, танцевать. И появился специально такой танец тарантелла. Это уже потом ученые пришли к мнению, что, возможно, и так и танцевать надо было не от того, чтобы вылечиться от болезни, а для того, чтобы просто, как сейчас говорится, просто потусить. Вот. Просто, вот. Еще вводит в заблуждение английский термин, который называют пауки цвета тарантула. Вот. Но, тем не менее, в нашем языке, в нашем, на украинском море, вот тарантул, паук и цвет – это абсолютно разные животные. Ареал обитания тарантулов, простите, пожалуйста, пауков и цветов, как видите, очень большой. Вот. В основном они живут в тропических лесах Америки, Африки и Азии. Это основная концентрация. Но эта группа освоила очень разнообразные ландшафты, от полупустынь и пустынь до влажных экваториальных лесов. Почему все-таки птицеед или птицеяд?
Вот. Неужели он действительно ест птиц? Нет. Пауки не являются облигатными орнитофагами, то есть они не едят каждый день по одной птице. Все опять камнями уходит в историю. В начале 18 века была такая исследовательница, мадам Мария Сибилла Мэриан, которая поехала в Южную Америку и привезла диалог на свои наблюдения, на основе которых сделала гравюру. Паук ест птицу. Это был фурор в научном мире, никто ей не верил, только спустя года, когда неоднократно наблюдения были подтверждены, что да, как бы паук возможно там мимо проходя там скушать птенчиков везде или какую-нибудь там слабенькую птичку, да, как бы оказалось, что такой факт действительно возможен. Но пауки, птицееды не питаются именно птицами. Чем они питаются? Спектр довольно велик. Пауки хищники-засадники, ведут сумеречный образ жизни. Вот. Соответственно, он сидит на месте, и что мимо него пробежало, то он и скушал. То он поймал и съел, убил и съел. Это и мелкие млекопитающие, это и разнообразные насекомые. Есть фиксированные случаи поедания мелких рептилий, земноводных. Пауки также не брезгуют каннибализмом, как даже внутри видовых. Вот. Когда на маленьких стадиях есть действительно колониальные виды, которые в юношестве своем живут колониями одновозрастными, тогда нет. Но если в принципе разновозрастные пауки встретятся, то слабый станет, увы, пищей. Размер. Как я до этого говорила, птицееды – это гиганты полученного вида. Но размеры тоже варьируются. Как мы видим на верхней фотографии, это у нас тоже птицеед, и это очень даже взрослый особь. Это взрослый самец маленького представителя рода Цереокосмос. Но самый большой паук, зарегистрированный в книге рекорда Гиннесса, рода Терафоза, был 28 сантиметров в размахе лап. То есть вот такая вот вся штука. Если вы можете себе представить. В принципе, если рассказывать о пауках и чем они, что мы видим? Мы видим, прежде всего, 4 пары отдельных ног. И любимый вопрос паучатников, археологов, сколько же у пауков конечностей? Все сразу говорят 8. Но 8 у него это только 8 штук отдельных ног. У паука есть еще хелицеры, педипальпы и на абдомене, на брюшке 2 пары паутинных бородавок. Все это тоже видоизмененные конечности. То есть, соответственно, у паука конечностей не 8, а 16. В принципе, строение его мы не будем особо углубляться, достаточно простое. Есть голова, грудь или просома и брюшко, опистосома. Вот, на голове груди расположены 8 простых глазок. Весь паука нет, как у нас внутреннего скелета, он защищен таким своеобразным панцирем, экзоскелетом, который состоит из соединений хитина и склеротина. Мы там поговорим чуть попозже, и весь укрыт, он такой красивый, пушистый, просто как игрушечка, как котенок. Вот. На самом деле роль его волосяных покровов, это не волосы, естественно, достаточно совсем противоположен. Начнем с того, что, как видно на этой фотографии, вот лапки пауков очень, на самом деле, очень красивые. Это волоски, собранные в пучки, и они называются скопулы. Именно благодаря этим скопулам паук может передвигаться по вертикальным поверхностям, по накрутке.
там по гладкому стеклу, по всему абсолютно. Вот. В большей степени это характерно для древесных видов, вплоть их внешней организации. Но наземники тоже иногда показывают чудеса, так сказать. Вот, вот. Вот эти скопулы, ну, под микроскопом, вот так вот они выглядят. Вот. А далее, у паука на брюшке есть специальные стрекательные волоски. Их смысл их в том, чтобы отпугивать больших хищников. В основном враги пауков у нас кто? Большие млекопитающие. Вот. Когда пауку подходит большой страшный хищник, он легким движением лапки счесывает с себя эти волоски. Хищник это все вдыхает, эти волоски, они попадают на слизистые, они попадают на кожные покровы, и начинается выделение, обильное выделение жидкости, обильное раздражение, обильная аллергия. Хищник в шоке, пока хищник в шоке, паук убежал. Но эти волоски бывают разных типов. Есть, как вот показано на примере, паук их счесывает. Есть волоски, есть пауки, у которых волоски вы можете почувствовать только при прикосновении. Есть теория, что помимо механического раздражения, имеет место еще какое-то химическое раздражение. Вот я вам хочу сказать, что на практике каждый человек реагирует на вот такие вот на такие щесы очень своеобразно. Кому-то ничего, у кого-то обширная аллергия, обширные волдыри, покраснения и отеки. Вот. Тем более, это уже более практическая часть. Замечено, что это имеет накопительный характер. Чем больше ты контактируешь с такими животными, тем по нарастающей у тебя идет вот такая вот аллергия. И в начале, там, первые пару лет контакта и работы с такими животными может вообще ничего не быть, а потом все по нарастающей, все больше отеков, все больше поражений, как бы выход один, работа в перчатках, халатах, как бы максимальная защита. Еще интересный факт, не все пауки-птицееды оснащены таким супероружием. Вот, для древесных видов, в принципе, менее характерно. Это наличие стрекательных волосков вообще характерно больше для пауков Южной Америки. В Азии таких практически нет. Вот. И наблюдается корреляция, чем если у паука, грубо говоря, нет таких волосков, он сам по себе агрессивней, яд его ядреней, и ведет он себя более как бы агрессивно по отношению как бы, к нападающему и к угрозе. Яд, собственно. Очень-очень мало данных, на самом деле, по яду пауков-птицеедов. Установлено, что это нейротоксины, которые блокируют нейромедиаторы. В результате мы имеем судороги, мы имеем аритмию. Как бы в интернете описаны там комы и всякое такое. Кстати, в основном информацию об укусах мы черпаем из отчетов, потому что пауков сейчас очень много содержит народу в разных странах по всему миру, и, соответственно, очень много их кусают. И именно отчеты об укусах – это основная информация. Вот. Но, тем не менее, яд пауков используется в некоторых исследованиях. Например, в исследованиях болевых порогов, вот, яд гидроскорбопулятор такой, вот, с его помощью ученые исследуют механизм передачи боли от клетки к клетке, вызванный
вызваны какой-то гиперчувствительностью каким-то определенным внешним фактором. По образу жизни. На самом деле это касается не только попу, а ты смотришь, в принципе, на любое животное, и по его внешнему виду ты понимаешь, какую примерно оно нишу занимает, чем оно питается, как оно живет, в принципе, такое. Пауки делятся, приседы, в основном на три экологические группы – норные, наземные и древесные. Есть еще несколько пещерных видов, которые, как и все пещерные виды, практически не окрашены, естественно, слепые, мы останавливаться не будем, естественно, они не особо это изучены. Вот. Есть облигатные норники, которые живут в норах, есть очень интересные по поведению, есть пауки, которые норы свои закрывают крышкой, и в принципе вообще не видно. Только когда рядом кто-нибудь, жертва какая-нибудь, проскакивает, бежит, и вот есть, откуда появляется хищник. Вот. Норные пауки оснащены очень мощными задними копательными ногами, они такие мощные, похожи на рычаги. Вот. И копают они на метры. Светилат у них ходами, иногда выход на поверхность не один совсем. Вот, кстати, вот официально, да, даже касается тоже предыдущего слайда, вот, официально зарегистрирован только один случай смерти от укуса паука, вот, как раз от норного хапуфельмашмуфи. Вот, есть наземники, вот как раз к наземникам и относятся паук Голиаф или Терафоза Бонди, который 26 метров размахивал. Вот. Наземники, у них массивное тело, они такие более вальяжные. Есть виды, которые ведут бродячий образ жизни, есть те, которые условно прикреплены, как бы привязаны к своим территориям. У них есть укрытие, вот, в котором они сидят и все так же поджидают жертву. Есть древесные пауки. Есть древесные пауки. И тут надо сказать, есть те, которые просто живут в расселенных коры, в щелях разнообразных, под крышей домов и всякое такое. А есть те, которые делают невероятные паутинные гнезда, прям паутинные трубы. Это очень дело красиво и смотрится. И это очень достаточно такие прочные и крытые для них. Вот. Ну и, собственно, о паутине. Пауки, не используют паутину в том привычном контексте, вот как мы привыкли, как наши пауки, наши шерсти используют. Вот, то есть они не делают паучьи сети, чтобы туда попадала какая-то жертва. У них, для их паутины, есть совсем определенные другие функции. Вот. Надо сказать, что у нас паутина у нас на белковой основе, она очень прочная, она очень мало подвержена влиянию внешних каких-либо факторов температуры воды и прочего. Она очень долго сохраняется в природе. Вот, даже туземцы, есть сведения, используют ее для каких-то там изготовления ниток, сетей рыболовных. Вот. Прежде всего, паук, когда выходит из дома, он плетет, за ним тянется из паутины бородавок маленькие такие ниточки, благодаря которым он потом находит дорогу обратно. А паук себе плетет линное ложе. Ну, линять на земле это твердо, неудобно. Все мы любим, что на маком диване под одеялом. Вот. И на котором он линяет. Паук делает из паутины укрытие. Опять же, эти трубы, есть очень предыдущие пауки, виды пауков.
ничего не надо, им просто дать территорию, они заплетут все и вся. Сколько им будет угодно и сколько им будет хотеться. Вот, по паутине, по химическому составу, самец, когда ищет самку и наступает на ее паутинку, он понимает, что где-то тут рядом есть девушка, и, возможно, даже она не против провести сегодня с ним вечер. Из паутины, естественно, птицееды делают кокон. Вот, ой, очень прочные, еще прочнее, чем их гнезда, на ощупь их очень трудно, на самом деле, порвать эти все штуки, в котором они инкубируют свои яйца. Вот, и исследователи приходят к такому мнению, что то, что они не ловят, не ведут себя как пауки наших шаров, вот, это признак того, что это более древняя группа, вот, не такая прогрессивная. То есть наш паук, что он сидит и ждет, пока домовой обычный, пока муха попадет в паутину. А этот сидит в укрытии, ждет, пока там кто-то пробежит. Пока поймаешь, не поймаешь, удержишь, не удержишь, что тоже как-то очень разные сценарии могут происходить. Линька. Как указывалось раньше, у пауков внешний скелет, он хорош, он очень прочен, он защищает от всего, от всего, от всего, но единственный его минус – как с ним расти. Пауки вышли из этой ситуации своеобразно, а они по старым экзоскелетам формируют новый. Вот. Формируют новый формирующийся экзоскелет, он в виде складочек такой весь сморщенный. И вообще у паука, паук живет по принципу, вот у него есть 4 стадии в жизни. Между линькой, перед линькой, непосредственно сама линька и период сразу вот после линька. Это очень, да, самый беззащитный период линька в жизни паука. Вот он сплетает себе длинное ложе, ложится на него, на спину. Под действием фермента нижний слой старого экзоскелета размягчается. До этого уже между старым и новым экзоскелетом образовалась прослойка жидкости, чтобы было намного проще вылезти из нее. По бокам старый экзоскелет расходится, и паук из него начинает вылазить. Вот. По-другому это даже никак особо не опишешь. Вот под давлением внутренней гемолимфы паук вылазит из своего старого экзоскелета и лежит. И потом некоторое время вот так вот он лежит и распрямляется все эти складочки, которые до этого копил. Это, самый беззащитный период в жизни паука, потому что какое-то даже неверное движение или упавшая рядом веточка послужит тому, что там паук дернется, что-то пойдет не так, и в свежем скелетике появится трещинка, вытечет гемолимфа, и все. Указывает про то, что могут навредить даже элементарные мелкие тараканы, которые, почувствовав запах свежей линьки, могут просто подбежать его где-нибудь там, начать кушать. Он беззащитный, ничего сделать не может. Соответственно, гемолимфа вытекает, соответственно, паук не живет. Но после линьки, через некоторое время, паук красавец, у него восстанавливаются все стрекательные волоски, которые он нащусывал на своих врагов. Паука восстанавливаются, кроме внешних покровов, выстрелка внутренних органов. У него обновляется выстрелка нижних легких, у него обновляется выстрелка пищевода. Также у него обновляется выстрелка половых органов, это касается самок, не самцов. Вот. У самки есть
самка полиняет, она перестает быть беременной. Она не успела в этот сезон размножиться, и легче полинять и не тратить неблагоприятные условия для организма, силы, что может повлечься на соответственную гибель. А вот для размножения ей легче перелинять и переждать следующий сезон, и даже до следующего сезона. Также одним из мега-плюсов линьки является регенерация. Естественно, если у кто-нибудь откусит брюшко, оно не регенерирует. Регенерирует на что? Конечности. Хелицеры, ходильные ноги. Если, правда, где-нибудь возможные трещины или повреждения в карпасе, в брюшке, они тоже эти линьки смогут регенерировать. Регенерация происходит этапами. Если паук потерял конечность, он, кстати, может не только потерять как-нибудь во время борьбы с хищником, он ее может и сам себе отгрызть. То есть есть такое, для них характерна аутотомия, когда он может попасть в безвыходное положение, лапа где-то застряла, он может сам себе ее отгрызть, и лапа впоследствии регенерируется через 2-3 линии. Но тоже есть интересные практические случаи, когда у меня у знакомого был случай, у него был самец, вот, и он на каждой линии отгрызался одну и ту же лапу. Без видимых причин. Соответственно, через линию эта лапа регенерировала, он опять ее весь сам отгрызал. И как бы он уже стал взрослым, пошел в спаривание, ну, гордо, как бы без одной лапы. Ну вот нравилось ему с ее лапами, нравилось ему, наверное, число 7. А вот, по регенерации у пауков, кстати, под это задействованы довольно-таки сложные механизмы. У них при аутотомии или утере конечности на сочленениях у них есть специальные мышцы, которые сжимаются, которые не дают гемолимфе вытечь, которые помогают сделать ущерб для здоровья животного минимальным. Так что вот у нас такая регенерация. И самцы и самки. Для птицеедов, в принципе, ну на самом деле вообще для пауков самцы и самки нет колоссальное различие. Начнем с того, что много кого впечатляет, самки живут очень долго, самки могут жить тоже, в принципе, в зависимости от вида, десятилетиями. Рекорд 32 года, не более от нас. Вот. Самка постоянно растет, до определенного момента она вырастает половозрелую, и потом раз в год или несколько лет линяет, обновляется, и все хорошо. Самцом же, в принципе, история чуть-чуть другая. У самца ограниченное количество линий. В большинстве случаев от 10 до 13. Вот, самец достигает взрослости или адультного возраста. Вот, у него появляются специальные на петипальпах половые органы. Вот, у него на первых парах ходильных лап появляются специальные крючки, которые во время спаривания поддерживают тело и лапы самки. Вот. И, в принципе, он достигает своего взрослого возраста, и его смысл вот только вот надо спариться, продолжить свой генетик. И все. Самец становится взрослым, адультным, он ищет самку. Кстати, там большинство считает, что самки там
сразу после копуляции убивают самцов и сразу ведят, это не так. Если самец нормальный, быстрый и знает свое тело, он быстренько убежит и начнет искать себе другую самку. Соответственно, образ жизни у них тоже начинает различаться. Если самка, как за простой хищник, за задней сидит себе там на гнезде или в укрытии ждет, или самца, или еду, самец начинает вести бродячий образ жизни. Они проходят там десятки километров в поисках подходящей самки, они несут специальные танцы, они барабанят друг другу, постукивают. Если самец, найдя укрытие, окажешь и узнает по паутине, как бы готова, если барышня готова примерно с париванием или нет, и начинает легко постукивать, барабанить, говорить, вот я здесь, если самка готова, то она к нему выходит, и тоже характерно, у них характерные танцы, они характерно барабанят. Вот. Ну и самец, вот он, если он удачный, то не съедет, и если еще может найти себе несколько подруг, вот, в принципе, ну, живет он от последней линьки до года. Есть аномальные, существуют сейчас аномальные случаи, когда он после будущего взрослым начинает гонять, но он обычно застреет при процессе этой аномальной линьки, застреет как раз своими половыми органами и без посторонней помощи, как бы без человеческого вмешательства он выжить не может. Так что в природе это самцы расходный материал. Но если смотреть с этической точки зрения, самцы пауков, они невероятно красивы. Они переливаются всеми цветами радуги, тоже, естественно, от вида зависит. Вот. Они удлиненные, утонченные. Если самка такая, как кабанчик, то самец он очень такой элегантный сам по себе. Это очень красиво. Дальше. Назад и вперед. Может, батарейки спать? Нет. Вот, ну и как итог встречи самца с самкой. Вот. После успешного спаривания самка плетет кокон. Тоже в зависимости от образа жизни паука, коконы бывают разные. Если вот у норных видов это идеально белый мешочек. У норных, в принципе, и у древесных. У наземных птицеедов они тут пользуются тем, что у них есть стрекательные волоски и вплетают с кожи кокон стрекательные волоски. Возможно, где-то и грудь приплетут, и в итоге это такая серая, ничем не привлекательная масса, но таки достаточно, что она хорошо маскируется. Вот. В зависимости от вида, самка птицееда откладывает от нескольких десятков до нескольких тысяч яиц. Мамаши, они заботливые, они очень заботливые мамаши, они сидят постоянно с коконом, в это время она не питается, сидит постоянно в укрытии. Тем временем в коконе из яиц происходит развитие. Вот. Из яиц появляются в начале нимфы первой стадии. Вот они такие вот, в принципе, это что-то похоже на крабика, прикрепленного к яйцу, такая штука очень непонятная, с виду непонятная, только лапками своими еле-еле шевелит и все. Вот. Потом нимфы эти перелинивают в нимф второй стадии. Вот. Они уже больше похожи на пауков, но у них лапы, мышцы, шевелинные, они на этих стадиях вообще не питаются. А есть как бы случаи, когда они, ну это при искусственных инкубациях, когда они пьют, бывают встречаются случаи, когда случаи каннибализма именно нимф, но все это тут считается, что это то или иное недостатки от недостатков
влаги, вот, что как бы, и тоже все как бы в условиях искусственной инкубации. Самка ж, она в принципе знает, грубо говоря, лучше где, и подбирает условия, в принципе, заранее, насколько это возможно. Вот. И из нимф второй стадии. Соответственно.
Вот. Для TCE-дов вот, у них встречается билатеральный пенандроморфизм. Вот если видеть по картинке, нижняя часть это самец, верхняя часть это самка. Случаи достаточно редкие, но у нас на Украине в Днепре пару лет назад был случай, размножили вот такой именно вот такого паука золотоианата, ну, половину самки, так можно сказать. Вот. Естественно, она сама себя не оплодотворяла, не был подсажен самец. И она дала вполне жизнеспособный кокон, насколько можно было отследить детей. Больше таких вот аномальных, с аномальным таким вот семеноморфизмом развития не было. Время. Нам уже надоели в обществе людям кошечки, собачки, им хочется чего-то такого редкого. Вот. Сейчас у нас многие экзотические животные, змеи, ящерицы и, в частности, тоже пауки птицы. В принципе, это как с одной стороны и положительная сторона, и отрицательная. Положительного на что мы можем дома воссоздать просто уголок живой природы, за которым, в принципе, ухаживать особого ухода не надо. Пауки – это очень такие питомцы удобные. При нормальном содержании можно спокойно уехать на месяц в отпуск и вообще даже и быть уверенным, что с твоим питомцем все хорошо. Но опять же, это если до нормального содержания, до этого месяца периода. Вот. Едят раз в неделю, могут раз в две недели, все зависит от корма. Вот. Ну, в принципе, да, вот все хорошо, но поскольку пауки как бы скрытные животные, и что люди уже не защищались, и красные лампы, и подвешивать, и ультрафиолетовые, чтобы как-то осветить, ну, пауку-то что. Иногда просто складывается впечатление, что ты просто кормишь в норму. Кормишь ее месяцами. Иногда находишь, ну, шкурку отвинуть. Ну, хорошо, кто-то живой. Вот, как бы. Они, эти животные, не дают такой обратной положительной реакции, как кошки и собаки. Вот. Он не принесет тебе тапочки, он не будет урчать от удовольствия, когда ты его гладишь. И он, как бы, очень много людей заблуждаются на самом деле, если можно брать паучка в руки с детства, он к этому привыкает, и все хорошо, он такой ручной, отнюдь нет. Отнюдь нет, потому что мало того, что есть заведомо как бы спокойные виды, которые рекомендуются там новичкам содержать, есть наоборот агрессивные, но среди них проявляются спокойные экземпляры. Вот. Чаще всего это таскание на руках, это ни к чему хорошему не приводит. Человек люди склонны все очеловечивать, вот ему хорошо, вот он видит, как я его люблю. Животному это не то, что не надо, оно это на самом деле достаточно такой большой стресс для него. И часто вот как раз такие штуки заканчиваются тягание, заканчиваются укусами, на которых потом статистика как по влиянию яда и токсинов птицееда на человека. Вот. Это просто загубленные животные, потому что падение с высоты для паука это характерно смертному приговору. Моментально, особенно у наземников, которые даже не древесники, которые как бы древесники могут прыгать, вот, а у наземников у них очень мощное тело, у них моментально лопается экзоскелет, это у вас сразу труп. Вот. Можно как бы иногда в каких-то образовательных целях, да, действительно брать или проделать какие-то манипуляции, но в основном все профессионалы лучше обходиться без рук на самом деле. Вот. И еще ж есть, почему эти животные, в принципе, сейчас становятся в тренде, потому что, ну, это очень модно, особенно среди
молодых людей, которые хотят впечатлить, да, и в принципе сверстников, какие вот, у меня дома живет дикое животное, оно опасное, оно ядовитое, и куча баек про него, вот. Но тем не менее, животному даже хорошие услуги они предоставляются, и чаще всего это тоже из статуи. Потому что при содержании, как бы, очень часто такие люди не учат его биологию вида, если норному полугу не давать рыб, не давать достаточного количества грунта, чтобы он рыл нору и он будет все время на поверхности, это дело всего пару месяцев, что он у вас падет. Вот. И вот как вот по центру террариум с нормиком, это он развернут на самом деле просто для просмотра. Если бы он так стоял, полуг бы посмотрел на все это дело и сделал себе нору вдаль, чтобы его вообще не видели. То есть вот, хищник, засадник. Можно следующий слайд, пожалуйста? Да, ну и невозможно на самом деле не коснуться дела охраны. Вот, птицеедов, в принципе, на самом деле все экзотики в целом. Главное на самом деле несколько проблем охраны животных. Вот, очень много программ по охране животных распространены на какие-то большие виды, на симпатичные вот, панды, например, каалы, вы на них смотрите, у них так и хочется пощупать, потрогать, и кожа, она милая, ну вот это какой-то большой полу. Ну и что с ним как бы будет и зачем он нужен? Вот эта проблема не только паукообразных, а в принципе из мелких животных, насекомых в том числе. Вот. Есть виды, у которых точечные ареалы. Если этот ареал просто вырубить лес или заболотить местность, ой, все они живут в заболоченных местностях или на зеленых лугах, вот. Все, этот вид исчезнет, его уже больше не будет. Да, его вид в экосистеме займет, его место в экосистеме займет кто-то другой. Но тем не менее, мы уже не будем наблюдать этого разнообразия, это разнообразие природы, это еще одна галочка в уничтоженных человеком, в списке уничтоженных человеком видов. Итак, у нас на первом месте, естественно, уничтожение, а естественно, среда обитания, потому что это, в принципе, не сильно трудные виды, они не приспособлены к жизни с человеком. Вот. Также неконтролируемый отлов просто места населения. В Азии я их же шишками сушат, жарят, делают с ними что хотят, продают туристам. Вот. Многие птицееды находятся под охраной конвенции СИТЭС. Первый, второй уровень, как бы вот тоже непонятно. Вывозить их, например, нельзя и содержать там, например, в зоопарках, в каких-то специальных учреждениях. А тут те местные жители просто пошел в лес через дорогу, прям вот СИТЭС, с первого СИТЭСа животных прям вот так вот нагреб, вот, и стоит на базаре, продает как на основе, вот, как бы тоже непонятно. Из-за ограничений вывоза животных из их естественных мест обитания у нас процветают кто? Контрабандисты. И на самом деле они не играют не совсем негативную роль. Даже в охране природы, как бы это моя личная личная, как бы то не осуждал это все дело. Вот. Очень, конечно, большой минус то, что как они это делают. Я думаю, многие видели в интернете фотографии колибри в трусах и как одну просто в литровой бутылке. И очень много животных, очень большой процент животных поумирает, не доезжая как бы до места призначения. Вот. Но, тем не менее, благодаря таким вот людям, как бы это ужасно не звучало, вот, птицееды
не только безведомого, но и безведомого, как бы, они вошли в культуру террористики, и вот появилась возможность их сохранить, то есть сохранить их виды. Например, вот этот вот полк, наверное, картинки про Кипельмасынге, да его же практически уничтожили на месте его обитания в Америке индейцы, потому что считали, что он там, о боже мой, он кусает лошадей, они от этого болеют, они от этого дохнут, и это вообще самое зло. Но как бы благодаря вот именно террористике, также зоопаркам, каким-то специальным организациям, которые тоже, ну я уверена, не всегда получают как бы животных законным путем, тем не менее этот вид один из самых как бы сейчас вот в культуре, в зоокультуре такой вот многочисленный. То есть можно даже его, может даже есть какие-то программы по его реинтродукции. Вот. То есть с этим, естественно, это только один маленький плюсик, естественно, в горе, в море неизвестных и огромных мужчин. Потому что содержание в неволе, содержание какими-то добросовестными разводчиками и, в принципе, потребность человека, вот, они наблюдают все обыденное, все вот такое вот настоящее. Вот, они хотят каких-то более других животных. Вот, как, например, кошки, собаки, у нас есть лысые коты, у нас есть собаки с деформированными черепами, которые уже с рожденными болезнями рождаются, ничего, они пользуются спросом, это уже коснулось. Змеи, есть бесчешуи змеи, есть змеи, которым тупо, если люди змеи, которым тупо вырезают ядовитый аппарат, несмотря на то, что он участвует в пищеварении. Вот. Есть очень много морф, очень невероятно много окрасок. Вот скорпионам придумали, опять же, чтобы их можно, чтобы была какая-то видимость обратной положительной реакции, придумали на спинку капать суперклей, чтобы жало мгновенно к нему прилипало, и он уже никак не может как бы ужалить. Вот. С пауками тоже все, и с пациентами тоже примерно такая же тенденция. Вот, уже начинаются всякие морфы, уже выводятся всякие цветовые вариации. Мало того, бесконтрольно происходит внутривидовая гибридизация. То есть уже вот виды, например, регулярия металлика, где только определять экземпляр по определителю видов. Вот, потому что очень много гибридов, гибридизированных. Вот, как бы, это очень сложный вопрос, как и охраны, как и подальшего содержания в неволе, как и пауков, как и остальных экзотических животных. Я вот на примере змей не знаю, есть тигровый питон обычный, вот он такой темный, темно-зеленый. Вот. Например, я кроме нашего Хакинского зоопарка не знаю, где вообще сохранились нейромитивы, номиналы чистой линии. Именно естественного природного окраса, потому что уже намешаны гетерозиготные, и они являются гетерозиготными просто по миллиону признаков. И потомство от одной пары, видимо, темного номинативного окраса, получается просто всех цветов радуги. Может, конечно, у нас в стране еще где-то есть, просто я не знаю, но как бы тут вот на личном примере. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам сказать. Спасибо вам за внимание большое. Сейчас у нас будет не менее интересное обсуждение, потому что вопросы, я думаю, возникли. Да, вот какие есть вопросы по поводу... Да. Ну, как вы задавались? Ну, у нас сегодня микрофон на камере. Скажите, пожалуйста, все-таки насчет синантропности пациентов. Они нет никаких данных, что где-то в какой-то там зоне антропогенной они все-таки смогли перейти в сторону вот этих антропогенных условий. Может, какими-то там мышами питаются, которые вот как раз синантропы? Ну, прямых литературных данных таких нет, но исходя как бы экстраполяции и их, опять же, их образа жизни, да,
да, в Азии, в Америке, в каких-то там деревушках аборигенах они могут рядом существовать, под крышей посылочной, всякое такое. В наших городах они негде способны, и негде будут укрыться. Как бы огромные полчища тех же грызунов, крыс, это естественные враги, и количество очень огромное, животное будет просто не успевать размножаться. Я думаю, выхода у них там. У меня возникла мысль по поводу контрабанды, когда я слушала вашу лекцию, о том, что запреты, они всегда приводят к каким-то искажениям, потому что было бы лучше все-таки разрешили, когда бы животных перевозили более цивилизованно. Вот это я помню несколько лет назад, помните, в Харьковске таможенники обнаружили черепах. То есть там было что-то 300 черепах, какой-то совершенно жуткий случай. И, естественно, варварских условий. Действительно, что-то. Ну, здесь просто надо контролировать, как-то, вот, мне кажется, не так очень жестко. Это же еще мегабумажная волокита. Идет не каждый хочет ей заниматься, естественно, очень, я думаю, финансово тоже это затруднительно. Ну, как-нибудь или помягче, что ли, я не знаю, не так жестко. Ну, да, тем более, что все это... Контролировать, естественно, надо, но... В зоопарке сейчас сохранение биоразнообразия тоже прекрасно. Да. А что у нас в Харьковском зоопарке такое? У них у нас содержится несколько видов у Пицеедову. Можно прийти посмотреть. Но когда-то это закончится реконструкция, я думаю. Вы нас пригласите, да. Проведем вам экскурсию. Какие еще вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо за лекцию. У меня возникло два вопроса. Первый, вы упомянули болезнь, таратизм, лекции. Что это такое? Это первый вопрос. И второй вопрос. Когда вы рассказывали про автотамину, когда вызывали лапу, мне вопрос, как это только передний лапу касается? Нет, абсолютно. Какая подвижность? Как бы, подвижность у них очень хорошая. Да. То есть они могут связать лапу, да, себе? Ну, если мне не изменяет память, вот, случай, который я про самца рассказывала, это была третья, одна из третьих пар. Вот. А про таратизм, как в принципе и объяснение этого танца тарантелла, я думаю, здесь дело не просто не в укусах, не то, что это болезнь, это не болезнь. Вот, это просто человек чем-то заболел конкретно, какая-то болезнь. Вот, и как бы таково спихнуть на паука. Вот, у нас примерно можно сравнить, кто-то там сдох, чупакабра, например. Почему? У нас есть более такой пример, мы буквально сегодня вспоминали. Наши гинекологи очень любят всякие невыношенные беременности спихивать на кошек. Вот они говорят, у вас кошка? Да, да, вот реально. Да. Если у вас кошка, избавьтесь, потому что это кошка. Да, я сделала таксоплазмозе, потому что им есть... Так это даже не только таксоплазмоз. Они просто любят, это вот жаловались ветеринары. Каждую жизнь. Да, что вот, значит, кошка, от кошки надо избавиться. Вот, как в Северной Америке, кстати, есть молочные змеи, они очень похожи на ядовитых негрурусов, такие тоже пестрые, там красную черненькую полосочку белую. Неважно, короче, вот есть. Почему они, в принципе, молочные? Потому что северные индейцы вот, не дают корова молока. Маша, что такое? Я выбрала. Вот оно как бы вот, тоже из происхождения их названия. Вот. И все, вот она плохая, несмотря на то, что эти змеи как бы афиофаги могут поедать ядовитых змей, как бы ваших, вот человеческий потенциальный продукт, который может принести смерть. Сама она ядовитая, ну все, она пьет молоко. Человеку свойственно искать вот объяснения, необъяснимые простые вещи. Объяснения. Да, 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 простые. Это простые. Где-то рядом, где-то рядом с собой и просто. Да, пожалуйста. Такой вопрос. Относительно их пищеварения. Насколько я помню, например, наши виды или наши шкоты, которые являются, например, с помощью ловящих добычи,
специальная сеточка, которая половит добычу, травит ее ядом, грубо говоря. Вот, в это время, пока он на некоторых действует яд моментально, сразу убивает, некоторых еще проявляется. В это время паук придет, кружится кругами, придет в разные сторики с паути, что я хотела рассказать. Вот. И он держит свою добычу, и он тоже медленно впрыскивает туда яд и пищеварительные соки. И обратно он все точно так же, так же всасывает. Вот. У них есть такое микроситечко, они даже не кусками могут это дело всасывать, диаметр ячеек этого ситечка примерно около микрона. То есть они вообще очень-очень жидкую пищу потребляют. Вот. И потом, кстати, вот он наплел, он остатки, которые остались внешне непереваренные, он пока ел, плел себе коврик из паутинки, он это все дело туда положил, завернул и куда-нибудь выбросил. Опять же, в условиях искусственного содержания есть особи хозяйственные, которые складируют это только в одном углу, есть, которые просто разбрасывают. Насколько далеко они от своего жилища могут ползти? И потом возвратиться назад, или уже они только новое это жилище могут строить, или назад они возвращаются? Ну, норные виды, они в основном так, в принципе, сидят, или они будут отходить или в поисках воды, или наземные, в принципе, и в поисках пищи, они, в принципе, недалеко уходят от своего укрытия. Далеко. На территории других животных нет, получается. Ну, не, они как бы не делят территорию, да, они вход в нору или в лоб, или в свой, там, условно, назовем это логово, они могут туда еще, опять же, начесать своих стрекательных полосков, которые будут отпугивать хищников, потому что им нет смысла куда-то еще идти и строить еще себе дополнительное что-то, когда у них уже есть все готовое и отпилено. Не на особо, если исключить. Некоторые действительно бродячие виды есть, которых это образ жизни. Вот. И взрослых самцов, которые тут просто бродячие жизни, поиска самок, то они не далеко. Тем более, я не думаю, что они полутня там много наплетут, чтобы вернуться обратно. Еще есть вопросы? Да. Есть некоторые пауки, которые могут кусать людей? Ну, конечно, есть. Тот, который даже я, про которого я рассказывала, тарантул, южно-русский тарантул, лейкозис инвариенсис, он может кусать, могут все, тут вопрос, могут кто прокусить кожу. Вот, то да, но опять же, вот, например, этого легко или поздно, неизвестно, насколько он может особо повредить человеку. Смертельная скорость, не знаю, по поводу статистики смертей. Вот, я думаю, ее, она очень низкая, потому что все дело зависит от склонности к человеку, от аллергичной восприимчивости компонентов яда. Это как с пчелами, одного укусит и ничего, другого сразу асфиксия, не кошка. И все. Здравствуйте, антигистамины. Антигистамины это еще лучше. Да. Вот, так что, в принципе, при своей жизни, опять же, кстати, много очень пауков делают сухие укусы, то есть они просто кусают без впрыскивания яда. Это, кстати, для длинных змей тоже характерно, потому что выработка яда это очень трудоемкий процесс для организма, и потратить его просто впустую, как бы, было бы очень нехорошо, и вот самим укусом вот, паук может вот, сам укус может послужить отпугиванием. Скажите, пожалуйста, вы как-то так упомянули, что пауки пицциды, они живут колониями. Я немножко полагаю. Они все-таки живут колониями или не живут? Нет, это они могут жить колониями, когда есть виды, для которых характерно, когда они выходят вот из гнезда, грубо говоря, из кокона, вот, то они друг с другом рядышком селятся и, в принципе,
принципе, с друг с другом рядышком живут и вполне уживаются. Они, там, получается, одновозрастные. При достаточном питании в случае каннибализма, сходятся. Это преимущественно рыбы, да? Нет, это преимущественно рыбы. Хотя вот опять же, я очень близко, я с ними в принципе работаю, вот есть в искусственных условиях и нормы так держали, но все опять, все, весь вопрос в обильности формы. То есть фактически они просто живут рядышком друг с другом. Ну просто обрез. Да, да, да. То есть эта форма нападает, да. В случае, когда, допустим, повод привезут контрабанду в другую страну, и они там бежали, еще как-то, и размножились в природе, там, где их раньше не обитали. Но я знаю, как с их, они ну, да. Если честно, я даже не смогу, что я не встречала. Пауки слишком сложные были для них? Ну, я бы не сказала, что слишком сложные, но... Для тоже своеобразная экологическая ниша. Да, как бы, и у них очень своеобразный жизненный цикл, вот, и он очень растянут, то есть улитки, они размножаются очень-очень быстро, они очень быстро достигают половой зрелости, вот, там, даже месяцев 6, если это эти же охотильные пауки, в зависимости от вида, могут, вот, если маленькие самые, у них год уйти на половое созревание, вот, до достижения обычности. Некоторые это могут быть и 6 лет, и 7 лет, и опять же так, чтобы встретил самку своего вида тоже, надо очень успешное сечение обстоятельств. Улитки, они не перехитные фрагменты. Две улитки уже так? Да, без разницы. Так что... Когда я положил, уже не рахи спрашиваются так? Нет, есть, если в искусственных условиях, кстати, есть самый большой, самый толстый, который может подъедать самых мелких и слабых, но, кстати, вот тоже вот, в лабораторных условиях малыши одного вида, те, которые содержатся колониями изначально, и те, которые просто рассаживаются по одному, так вот те, которые содержатся колониями, растут быстрее. Они растут быстрее, вот и сами. Ну, как учит нас отец наш Конрад Лоренц, иерархия есть там, где есть индивидуальное узнавание. Говорят, я здесь посылаю. То есть иерархия, она даже не у всех птиц. Например, цапли, у которых нет индивидуального узнавания, у них нет иерархии. То есть там просто колония, ну, типа анонимная стая. Описывал этот вариант под названием анонимная стая. Хотя колония каких-нибудь птиц, которые... А вот галки урановые, они уже достаточно умные, они там друг друга узнают, и там, да, там чего-то иерархия. Я прошу, Оксана, а можно одразу питання? Да, чи пізнають одне одного в обличчя мурахи? Ну, іерархія у них є точно. Ну, у мурах, по-перше, не в обличчя, а запах, а по-друге, там, я б сказала, що ну, я не біолог, але я б сказала, що ієрархія там трошки інша. Там ієрархія, вона не індивідуальна, а групова. Тобто це ці мурахи, які солдатися, мурахи-робітники, матка. Тобто, а все ж, я не думаю, що серед солдатів є своя вибудована ієрархія, власне, складна. Ну, я про те, що треба уточнювати цей момент. Що ми розуміємо під ієрархією? Яка саме ієрархія? Ще питання. Бувають же види, які опасні для чоловіка. От про парагол, так що ти говориш, вони не категорії фіцієрні, але все ж, які явно опасні для людей. Є? Аналогично каракуртам нет таких видов опасных? Ну, смертельных, как
то, да, может и, опять же, аритмия, какие-то судороги, возможно, даже частичный паралич. Все это еще достаточно таки мало изучено и только со слов укушенных в основном. Да. У меня такой вопрос немного в другую сторону. Упоминалась реконструкция Хайповского зоопарка. Да, как там по плану отдельный новый террариум должен быть? По плану слушайте новости. Говорят же, что сделают самый лучший, и все хорошо. Бизнес-секрет. Зачем, да, скрывать все? Ну, мы придем, да. Мы организуем экскурсию Вильного университета в зоопарк. Поскольку контакты у нас теперь есть, у нас Евгений Юся тоже выступал, и я думаю, что можно будет организовать такое мероприятие. Ну, кроме того, мы решили на экскурсивание зазывать. А еще были какие-нибудь люди, и вот это все молчат. Есть, может, поющие какие-нибудь. Еще одно. Промах, они волки умеют шипеть. Причем они делают, они шипят, трещат, они делают это очень мастерски. Но это у них защитная реакция. Они этим отпугивают. У них между хелицерах и на передних. На педипальпах и передних парах. У них расположены специальные волоски, называются, и вообще явление называется стрибуляция, все это комплекс этих волосков называется стрибуляционный аппарат. Вот, трет конечности друг от друга свои и издает, и получается вот шипящий звук. Он это делает вот в состоянии агрессивности, в состоянии, когда на момент агрессивной стойки. Устрашающий, обороняющийся, он издает шипящие такие звуки. Он достаточно громкий. Интересно. То есть они другие особи могут слышать, что полон какой-то куда-то там шипит? Ну, или они ему на помощь? Нет. Это сугубо. Я не считаю случаев колониальных, это они не особо распространены. Вот. Нет, они сугубо одиночки, вот, никто никому не прибегает, он шипит, он просто своими такими звуками отпугивает нападающего. Хищника. Какие у них формы чувств? Ну, естественно, у них очень хорошо развита сенсорная система, ощущение как бы, положения в пространстве, вот, ощущения они очень. Есть у них еще такие органы, сигилы называются, в виде маленьких щелей на лапках. Вот. Ученые на самом деле не особо понимают, что это, но предполагается, что они очень хорошо химочувствительны. Они очень хорошо различают вот, запахи. Он буквально вот самец встал одной лапкой. Жилищах самки и все, он уже неизвестно, самки нигде не видно и вообще его туда забрали. Он уже чувствует, он уже, у него включаются механизмы, запускающие его половое поведение. Вот. Со зрением, зрение такое, на троечку как бы, зрение у них не играет как бы, такой не особо мега важной роли, день-ночь, да, вот они как бы вечерние. Это глаз же у них нет. 8, да, вот именно вот все, 8, есть у которых 6, есть у которых больше, вот, такого как бы, вот у них положение в пространстве и вот их химочувствительность очень. Я, кстати, вспомнила свой вопрос. А почему, собственно, наши пауки, наших широт, они считаются более эволюционно прогрессивными, потому что они более приспособлены, это более специфические. А да. Те пауки более древние, потому что они более не специализированы по отношению к окружающим. Да, и в этом тоже, потому что вот,
по эволюционной как бы, шкале вот, идет усложнение поведения, то есть вот само как бы плетение паутины, само плетение. Есть же не только пауки, которые вот делают паутину вот, как наши домашние паутину. Есть пауки, которые действительно делают общую сеть и которые вот, бросают на свою жертву такую вот своеобразную и лучшую сеть из паутины. Вот. Вот так вот. Они, в принципе, не бросаются, грубо говоря, или засады там первое что-нибудь, которое... Это более примитивное. Ну да, ну нельзя как бы сказать, что оно отсталое, потому что они все-таки дожили до наших дней. Ну понятно. В принципе, ну я имею в виду, что, ну опять же, более специализированное поведение, оно более образуемо, российское, то есть в случае изменения условий, оно такие виды, скорее, как менее специфические виды, они же лучше выживают, потому что они лучше приспосабливаются в случае изменения. Да. А как вы определяете возраст паука? На самом деле никак. Вот. Возраст паука, он на самом деле определяется по размеру, став мир не по размеру. Мы же тоже как бы не определяем там, по росту, сколько там лет. Нет, но они же если у них определенное количество линий, они же у них тоже больше основной изменилось. Понятно. Вот. По линькам. Пауки у нас пакелаторные животные, то есть они зависят от их метаболизм и развитие зависит от условий внешних средств. Вот. И в принципе паука можно затянуть, или паук может сам затянуться. В кавычках это слово при плохом питании и низких температурах. Его процессы внутри организма замедляются. Вот. И промежуток между линьками становится очень большой. Например, паук в одной линьке может просидеть и 2, и 3 года, он может есть раз там 4-5 месяцев, естественно, у него должен быть какой-то там будет, где все. А возраст пауков считает именно точно в линьках. То есть вы собираете вот эти изолированные штуки, что ли? Нет, просто пишет на коробочке, о, полинял, галочка, черточка, вот полинял, черточка, и потом. Вот, а как шкурки собрать в природе, это, ну, как бы, это, я считаю, нереально определить вот, природника возраст. Давайте уже, наверное, переходить к неформальной части. На нас чекает чай с печеньком, и снова я сподіваюся, что пані Наталя нас стрімко не полишить, и мы еще сможем с ней говорить те, что мы не встигли говорить під час лекции. Я вам дуже дякую за таку чудову лекцію, я дякую, що ви нас виручили, і я дякую, ми провели теж з вами вечір, я думаю, що не без користі, і ми з'ясували для себе питання, які, може, були нам невідомі, тому що, ну, це дійсно, це дуже такий специфічний вид, з яким ми не так добре знайомі, не так часто стикаємося, тому всім це було цікаво. Я нагадую вам, що наступного четверга у нас в гостях Ірина Єгорченко, математик, кандидат фізико-математичних наук, співробітник Інституту математики Академії наук. Вона приїде до нас з Києва, і ми будемо говорити про те, як математика формує критичне мислення, про роль математики в нашому житті. І тому я вас всіх запрошую, не пропустіть, і гуманітаріїв я теж запрошую, тому що я сподіваюся, що це буде корисно. Ми будемо говорити про формування нашого ставлення до світу математичними шляхами. Ну і дякую за увагу, дякую ще раз пані Наталі, і переходимо до неформальної.